И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Генезисе. И честно, уже задолбала меня эта карта, прям очень сильно раздражение вызывает. Сейчас просто мозазавр какого-то фига просто сдох. Вот эта акула куда-то сдриснула, мозазавр просто, мужик, сдох. Чё, к чему, черт его знает. Да и в целом, вот эта вот сама идея... Твой контент — это вот эти миссии, которые мы тебе придумали. При всем при этом, дрочись, не дрочись, но некоторые миссии ты просто-напросто не пройдешь. Ну, как бы немножечко вызывает отвращение. Сама вот эта вот идея. Ну, бог с ним. Карту будем проходить. Вариантов все равно нету. Будем проходить до талого. Что сегодня пойдем? Сегодня пойдем в снежный биом. Пойдем намочить. Или не мочить, да пойдем мочить, короче, вот это вот, по очереди пойдем взъерошься перышки, пойдем мочить Ютирануса. Так, да, пойдем на тебе. Блин, ты, конечно, умнишься, элемент будешь схавать, это прям это. Ну-ка. Отлично. Элемент, конечно, сейчас будет у меня хавать, но что поделаешь. Ну, хотя да, давайте справиться так. Опять это говно у меня там. Это вот этот, конечно, кит меня больше раздражает, чем все остальные, если уж что-то пошло. Потому что, ну, прям кит — это еще то редкостное говно. Висит, пердит, и кататься на нем, как говорится, нельзя. Так. Что я хотел проверить? Осколок. Автогенератор еще. Вот. Да, фига. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, генератор у меня не отключится. Так. Ну, если что, я себе вызову Аргентависа. Это понятное дело. Потому что Аргентавис, он у меня вкачанный в урон. Так что он будет все хорошо. Бесишь, овца, мать твою, за ногу, чтоб тебе икалося. Ну, прям вот эта вот фигня с мозазавром, конечно, меня сейчас выбесила чутка, если честно. Так, ну что, погнали. Вот интересно, я эту жирную тушу зацеплю или нет? Прям вот раздражаешь, честно. Раздражаешь. Ладно, погнали в лес, сейчас туда, там точно уже оттуда ты прыгнешь по-нормальному. Без каких-либо проблем. Так... Между биомами. Кстати, я тут приобрел вот это и вот это. Все остальное, понятное дело, это кусок говна. Вот, скинчики. Ну, приобрел вот эти вот эмоции. Пускай будут, потому что их не было. Вулка, снежный биом. И... Давай, на если я пофиг вообще. Че, где, как, куда? Пойдем, посмотрим. Что будет, да как будет. Так, попадаем на SE. Миссия. Давай включим сразу же миссию. Отслеживать. Ну, понятно, я тпхался не туда, да я и не знал, куда тпхаться. И тпхаться нужно... Так, если смотреть по карте, тот район. Ну, это значит... Дальше. Снежный биом. Тпхался сюда, значит, надо куда-то на НЕ. Здесь почему-то она сбивается. Это прям тупость. Вот, ну попробуем так. Показываю вам просто, куда тпхаться. Может, вам это нужно. Опять немножко не туда. Кстати, попали мы куда? Ну, все-таки на Энку, что ли? Ну, это... в снежный биом, телепортация в снежном биоме — это, ну, честно, кусок редкостного говна. Кстати, как вариант, туда он вообще не тпхнет меня. Ну, давай попробуем еще туда, если что, потом пойду пешком. Ну, братан, ну, что ты толкаешься? Жирный такой, что ли? Атуре, еще и насрал. Ну, да, здесь еще хуже, короче, стало... То есть прям вообще
Вот снежный бион в плане телепортации это кусок говна. То есть, о-о-о, ты пехнулся на N и телепортировался просто в другой конец зимнего биома. Ну, вы понимаете, насколько здесь все тупо. Ну, возвращаемся на НГ, обходим гору, короче, и... Ненавижу я эту игру уже, точнее эту карту. Честно, мне неохота просто заходить в эту игру было. Я вот снял те видосы и выпустил, как бы... Я неделю не заходил в игру, мне просто неохота было. У меня вот завтра, то есть сегодня вы смотрите видео, я его снимал вчера. Потому что я просто не хотел заходить в игру, у меня игра прям вот отторгает, у меня эта игра вот себя уже. Это... Называется, немножечко переборчил. Вообще, форсить что-либо, это очень плохая идея. Форсить в том плане, что ты типа, давай, вот снимать это все. Это очень плохая идея, ты выгораешь. Блядь, она бы еще бы не лагала, это вообще было бы хорошо. Вот. И как бы... Очень плохая идея, вот тут... пытаться себя заставлять что-либо делать. Ну, а с другой стороны, куда деваться? Да, что-то, короче, я куда-то непонятно. Там вообще... Зимний биом — это все-таки кусок говна, честно. Вот в плане путешествия по зимнему биому, здесь все-таки кусок говна, так как очень тяжело. Здесь есть вот эта вот огромная гора, которую ты, ну... Ну, не обойдешь никак по-нормальному, и обходить ее нужно да, лучше всего вот так. Заметочку зато взял. Что улучшило симуляцию Genesis? Этот глюк – результат того, что два выживших направили технические лазеры точно друг друга. Лучи столкнулись и взорвались. Пах! Случился глюк. Теперь, после того, как я все исправила, два технических лазера, направленные друг на друга, не будут глючить. Но это не значит, что так нужно делать. Не скрещивай потоки, дружище. Это, я думаю, отсылка к... к этим... к охотникам за привидениями, где скрестить струи, короче. Вот это вот все. Ну, прикольная заметка. Что-то непонятная фигня. А еще она, смотри, выглядит такая пустотная. Прям какая-то непонятный глюк. Но зато взял его, и хорошо. Он у меня будет теперь не отмечен на карте. И он мне не нужен. Ё-моё. Ну, здорово. Да, отлично. Кстати, да, я могу уж путешествовать на чубрике. Почему бы нет? Что-то я об этом-то и не подумал. Бляха, муха, пистолет заменил зачем-то. Ну, Овис, здорово. Да давай, хавай уже. О, добрый вечер, прогрузился. Да, я ему, конечно, шапочку-то не взял на броню. Ну, пофигу, зато есть хилки. Будем мы сейчас хилками его дефать. Ну, зато так уже явно намного быстрее. У-ху! Класс. Да, еще бы вот не багалось все это говно, вообще было бы классно. Ай-яй-яй. Все. Погнали на миссию. Сразу же встречает нас 130-й. Дьютик. Да, в плане урона, конечно, прям вообще не очень. А почему до этого не испугался? Ёбаная игра. Ну прям честно, очень сильно раздражает эта игра. Прям вот прям очень сильное отвращение к этой игре появляется вот из-за этой карты. Честно, если бы Генезиса не было бы...
вот так, не был бы он таким, какой он сейчас, возможно, игра была бы, меня так бы не бесила. Но Генезис — это кусок говна. Вот честно, карта Генезис — это кусок говна. Возможно, здесь что-то сделано и так далее, это прикольно, но Генезис — это кусок говна. Честно, играть здесь — это только заставлять самого себя здесь играть. Не, локалки здесь играть просто невозможно. Я бы даже так сказал, неинтересно играть. Ладно, погнали. Запускаем миссию. О, здесь и мамонты еще есть. Хорошо, тоже неплохо. Ну, запускаем миссию вот эту. Так. Хаваем, чтобы случайно не забыть во время миссии. Ну и чё, где, куда? Экс. Ага, понятно. А здесь, получается, мы будем по следам идти. Ну, слушай, это прикольно. Они светятся. Я вижу их лучше, чем под водой. И эта миссия однозначно... То есть, наземная миссия однозначно прикольнее. В этом плане. Здесь и днем, и ночью ты это увидишь. Ну, по крайней мере, вот в зимке, да, здесь легко это увидеть. Прикольно, прикольно. Слушай, это однозначно прикольно, прикольнее, чем под водой. По крайней мере, здесь плоскость, а не проекция. Тысячный левел. Ну, здорово, жирнич. О, Ферокса завалил. Десуде! Так, ждем скрип. Ну, слушай, я бы такого притомил, Ютика. Тысячный левел, Ютик, это, конечно, кайф. Look at that. Отлично, погнали. Главное, ветеран у нас такой здоровый, а следы от, как от Ферокса, блин. Выглядит, конечно, это смешно. Но ночью бегать, слушай, реально по всем миссиям, по таким, по поискам, намного прикольнее. Но чувствую, мне нужен будет вызывать этого своего братана. Ну здорово, ну тебя-то здесь еще не хватало. Да пошел ты, короче. О, по Ютику лучше бей, тварь. Жирная. Да уж. Вот кого я тут не ожидал встретить, это ты его. А, слушай, я же их встречал уже. Точно. Я в зиме же их встречал уже. Я забыл, что они тут бывают. Угу, погнали дальше. Единственное, что и Тиранус там вот дикий. И он просто может меня... Ну, то есть закричать, и, соответственно, Ферокс испугается и начнет бежать в другую сторону. И я потрачу время, допустим, на Альфе. Это может быть проблемой, конечно же. Ну, здорово. А кого ты там еще вызвал? Карнотавроса. Ну, здорово, давайте. Ну, опять-таки же повторюсь, да. Очень удобнее намного. Да иди ты в жопу, ты дурак, что ли? Очень намного удобнее, конечно. Так, что мне в итоге дали? Бур, платформа, одежка, еще один бур, нефтедобыча. Мо, седло на магмозавра, прикольно. Тек-сенсор, допустим, чертеж, рыболовная сеть, ну спасибо. Стоять. Смотри. Какого фига? У них нет значка, что я не могу их переработать.
Точнее, не могу. Я их могу перерав... Так, ну, во-первых, здоровье. Я понял, что здоровечка что-то не хватало. Какого фига? Ляха, погнали на базу. Сейчас приду на миссию и оттуда запихнусь на базу. Так. Ну-ка. Да, значки так и не исчезли. Так, братан, стой. Какого фига? И, кстати, рецепт первый раз мне дали, хоть какой-то рецепт. Какого фига? Да, ну смотри. Да ну нафиг. Кстати, да, это седло Магмазавра лучше. Да ну нафиг! Ёпарсетет. Там главный прикол, смотри, что могу сделать. Вот так вот, а потом с этого могу сделать вот так вот. И у меня еще это хитина будет до усрача. Да ну на... Нафиг. Так, нет, мы точно оставляем. Ну ладно, два лучше седла оставим. Так, сенсор, система обнаружения. Да в жопу это все. Да ну нафиг. Это что такое? Добрый вечер. Добрый вечер по ресурсам. Ты серьезно? Это... What the fuck? Так, с... Ну, а их вот прям... Через ёжа он пишется. Так, погоди, а где элемент? А, элемент у меня в руках, поэтому он и не ушел. Супер. Так, погоди-ка. А эти все вот. А эти все, да. Эти все нельзя перерабатывать. What the fuck? Ну, это я сам создавал. What the fuck? А за ту миссию мне дали так. Охренеть. Ладно. Окей, окей, игра. Ты меня не настолько теперь бесишь. Если это и дальше продолжится так, то хорошо. Я тебе прощаю некоторые твои косяки. Какого фига, кстати, дали сколько-то ягод. Я не знаю, куда их тратить. Дерево я просто добывал. Да ну нафиг. Блин, конечно, не, ну сейчас-то уже мне это и не нужно, как бы, с одной стороны. Я, извините, тут... Дофига, как бы, ресурсов понадобывал. Вот, типа, камон? Какого фига? Ну, давай. Давай посмотрим еще. Может быть, это просто глюк, баг, я не знаю, чё. Сейчас проверим. Ёб твою ж кусок, ты блевотый, жиробас ты конченый, ублюдок, мать твою. О, господи, прости. Тварь конченая, ублюдочная, отродье. Имбецил жирный. Конченая тварь. Ну, если что, вы поняли, про что я говорил. Какая мне эта тварь бесила. Не, конечно, это первый раз я тпхнул его, но я знал, что это когда-то будет. Я прям в этом был уверен. Кошмар! Честно, кусок говна. Кусок говна этот кит сраный. Особенно без седла. Особенно то, что он просто туда-сюда пердит и летит куда-то сам, куда хочет. Это, конечно, да. Ну, бог с ним. Сейчас у меня другая миссия. Сейчас у меня миссия навалить Ютиранусу. И развалить всех, кто будет мне мешаться. Конечно, здесь собрать все вот эти вот наследники намного легче, если честно. Слушай, может... На второго Ферокса, чё, у меня на одного-то не хватает элемента. Просто подумал, может притомить второго Ферокса.
Ё-моё, прикинь, сколько я буду дамажить по нему, поэтому. И сколько он дамажит по мне. Офигеть. Надо броню надевать на шапочку. Шапочку надо надевать броничную. Нифига себе, мне сейчас он просто как вынес. Слушай, ну я не знаю, давай хотя бы это как-нибудь. Я не знаю. Сколько сейчас он броню-то даст? Нисколько. Офигеть. Ну на альфа-ча это точно надо брать прям нормальный шлем. Это офигеть. Не, если сейчас буду давать предметы, которые я смогу разбирать на ресурсы, то я не против. Я прям только за. Потому что я с помощью этого говна смогу разбирать и создавать какие-то предметы, да? То есть, ну, допустим. Ой, да пошел ты, короче. Ну, здорово, жирнич. Ну, смотри, да, урона меньше стало. Ну, это вообще глупость. Там еще на меня этот напал. Дикий тиранус. Он накинул страх, там, типа, урон сопротивлялся. Ну, в общем, короче, как справился. Сейчас призвал к себе Аргентависа. На всякий случай, я надеюсь, что-то да как-то поможет. Но это прям вообще что-то с чем-то. Это писос. Это писос. Че, альфач будет разносить? Он прям реально будет разносить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Даже представить не могу. Что сейчас будет? За жесть. Так, могу глюк взять? Могу глюк взять, чтобы потом уже сюда не возвращаться. О нет! Этот глюк пересоставал мои эмоциональные подпрограммы. Мне нужно еще несколько секунд на сортировку. Море мне! Как же мне так пережить эту трагедию? Ну ладно, эта заметка тоже такое разнообразие не кислое. Так. Ой. Ну здорово, жирнич. 109 и 113. Да ладно, они все сокрылись. Да ёб твою же за ногу. Но есть шанс потерять Аргентависа. Да, я же сказал, есть шанс потерять Аргентависа. Потому что там и брони нифига, и этот урон вносит дофига. Я не знаю, как альфача убивать. А самое главное, чем? Если б не хилки, я бы тут был уже бы это... Того, накрылся бы. Да ты серьезно, дебил? Да. А, это было не то! О, фу, господи. Шапочку-то надела-то хорошо. Только толку от нее, если ты помрешь, как говорится. Ох, мать твою. Это что-то было ужасное. О, смотри, реально, здесь дропы другие. Вот, их можно перемалывать. Седло на мозазавра, ты серьезно? Не, ну ты бешеный писель. Так, где мой братка Аргентавис?
Ну, короче, надо на базу. Надо брать шапку обязательно хорошую. И... потом уже что-то пытаться делать, короче, только так. Опа-на. Пришел на базу, и у них появился этот... Или он и был? Об этом историю умалчивают. Но суть в том, что ладно, седло на мозазавра хотя бы хорошее появились. Мне с глубинным еще как-то надо сражаться. Но, да, вот они появились, либо они и были, может, я вот сюда глянул, и мне показалось, господи, вот уже все. Но, как видите, да, сейчас здесь есть. Короче, как-то так. Кстати, что там у нас по шлемам? А, касс. Как ты это... А, шлем шахтера же там. Шлем-то хорош, только я хотел себе оставить на это. Ну, а с другой стороны... Ну, на сражении там с боссом все дела. С другой стороны, не будет, как говорится, Ферокса. И сражаться не на ком будет. Вообще. Такие вот дела. Ладно, выкидываем все это дело сюда. Раз их опять переработать нельзя. Я, блин, не помню. Напишите в комментах, если там было, можно было переработать, а сейчас нельзя. Я не знаю. Если это так, то это, ну, типа, то, что я смог переработать первое, это был баг. Ой, фей насрать как-то, честно. Так. Шлем. Ну, почти угадал. А такой шлем, что мы имеем по броне? Да, такой шлем, конечно, все кусок говна. Это только вот этот единственный хоть какой-то шлем. Да уж. Кстати, надо будет на него обязательно надеть скин. А, так вот он эти тоже отображается. Надо будет обязательно надеть на него скин, чтобы этот не тратился. Он проще тратится, когда он надет, и он просто включенный. А когда со скином, он этот не включается. Так, тег-шлем я надеть не могу. Но остается только... Ну, как-то план Б хотя бы сделать. Потому что шлем-то поломают мне прям, я уверен, быстро. Ну, вот это остается только как план Б. Все. Больше шлемов нету. Эти чинить, извините, ресурсов у меня столько нету. Хотя, черт его знает. Не, у меня столько электроники нет. Ой, ладно. Посмотрим, что из этого выйдет. Но, честно, меня это прям очень сильно угнетает. Вот эта вот карта. Сам факт того, что ты типа это ну короче, гамма слишком легко, бета такое, ты понимаешь, что да, вот это норм уровень, и альфа просто тебя втаптывает в говно дерьмище со словами ты лошара, короче. То есть ты даже если захочешь, ты не сможешь что-то сделать нормально просто так. Так, ну и давай вот это хоть какие-то скинчики будут, уже хорошо. Ну, погнали. Так, журабас пока что не цепляется, а мне нужно Last Remove Location. Ну что, давай пробовать запускать. Ай-яй. У меня просто такое предчувствие, как будто я сейчас Ферокса всру. Всру Ферокса, это просто забеет. Мне надо будет прям опять вот это вот... опять томить, опять задрачивать все это. А, это ужасно. А самое главное, их разводить не получится, так как... толку-то? Они уменьшаются в размере, у них все приручение сбрасывается. А кем тогда бабахать? Так, где? Где? А, типа под ногами что ли было? Смешно. Ну и... Ну вы видите, да, сколько я сейчас время трачу просто тупо на то, чтобы найти хоть какой-то след? Во!
Нет, все-таки надо ночью все это дело проходить. Миссия это прям кусок говна. Ну ты смотри, просто его нигде он не отображается. Ай-яй-яй-яй-яй. И миссию не сбросить. И миссию-то не сбросить. Ну-ка, давай попробуем ЧБ включить. Отобразится, не отобразится. Не отобразится. А, нет, отобразится. Но это из-за того, что в тени, поэтому отобразится. Забей, просто забей. Так. А если прописать гамму? Еще, конечно, этот шум ебаный. Просто извините за выражение, но... Но это просто невозможно. Это вот кто придумал, чтобы на фоне всегда была вьюга, тот конченый ублюдок. Больной, я бы даже так сказал, ублюдок. Так. Ага! Они отображаются синеньким, что ли? Ёп твою ж за ногу. Синий цвет на белом фоне, конечно. Геймдизайнеры, вы просто красавы. Еще раз повторюсь, я не раз это повторюсь. Те, кто создавал эту карту, они не тестили эту карту. Ну, кому в здравом уме придет мысль вот о синих лапках на белом фоне? На светло-голубых даже лапках. О, светло-голубых лапках. Давай, сейчас попробуем гамму понизить. Ниже могу еще сделать? Отчета все, короче. Дальше только ноль. Убись. Как бы не сказать хуже. Сколько я времени потратил просто тупо на поиск. Пошел ты, ублюдок, мать твою, за ногу, иди сюда. Она даже в тени плохо видно. Чисто так, на ощупь идем, короче. Ну ладно, мне сейчас самое главное это... Так, какая броня? Вот эта броня, дерьмовая броня. Вот это надо убивать, потому что, извините, он мне может просто потом в спину подойти и вот это вот говно сделать. Я вам так скажу, на боссе это самое тупое, что может быть. Так, ну допустим сюда. Не, я сейчас миссию точно не пройду. Это 100%. Потому что я буду ждать темноты, ибо пошло все в жопу. Даже в сумерках искалось, и то лучше. Мне надо просто сейчас затестить... Ого, нифига себе, что правильно куда-то наступил еще в какое-то говно. Отлично. Не знаю, бежим сюда. О, клево. Чё ты сказала? Отлично, туда. Все говно. Погнали. Отлично, я иду по старым следам. Ну, супер. Скрипт не сработал, потому что я не собрал нужное число лапок. Кайф. Кайф. О, ну здорово, жирнич. И смотри. Просто сколько я ему урона вношу. Просто иди нахуй, честно, игра, иди просто нахуй. Просто игра, иди нахуй. Это просто кусок дерьма, ну честно. Ну вы видели? Чё это было? Это просто, он просто... На-на... Просто двух ударов ломает броню и просто играй нахуй. Ну честно.
Просто пизду, блядь, такую хуйню ебаную. Это, блядь, это не игра, это кусок, блядь, вот это не карта, это кусок говна, ну честно. Я даже не хочу играть больше на этом говне. Я честно сейчас скажу. Я буду искать, короче, я не буду проходить все эти миссии. Я посмотрю какие-нибудь моды, либо еще что-то, как... На какое-нибудь супер-гипер-мега-оружие какое-нибудь, чтобы просто убивать сейчас этих боссов, короче. И просто буду шмалять. Пошел все в жопу. Я просто терпеть ненавижу, когда я теряю диносов. Я, честно, я терпеть ненавижу. У меня самое тупое, это потерять диноса. Так вот, когда я теряю диноса, это прям самое отвратительное. Яма. Вот, для меня это самое отвратительное, когда я теряю диносов. Так как игра это еще и глючит, прям беспонтово. А, маус-скролл я нашел, отлично. Вот. Поэтому, ну, это как минимум тупо. Так, все, отлично, настроил на место. Просто то говно, что сейчас было, это просто игра, иди в жопу. Ну, честно, это кусок говна. Я... Фандином. Ну, понятное дело, как он, даже и не было. Свои-то шмотки я верну. Я не верну то, что в этом было в Фероксе. Ну и, соответственно, там шлем насрать. Короче, я просто, честно, вот я вам сразу говорю. Генезис кусок говна. Точнее, альфа-миссии на Генезисе это кусок говна. Это кусок непроходимого говна. Как я должен был убить Ютирануса, если бы он просто шотнул. Ваншотнул меня. Подводные миссии меня не ваншотали. Здесь он ваншотнул. При этом у меня броня была. На Фероксе броня была. 600. Ну это просто забей. Соответственно, я просто поставлю какой-нибудь мод, где будет оружие супер хрена уроном, где я просто буду убивать. Хотя нет, не обязательно моды ставить. Я могу просто урон от оружия установить в локальных настройках. Там мега миллион 9000, короче, и просто убивать всех с пистолета. Пошло все в жопу, ну честно. Я терпеть ненавижу, когда умирают у меня диносы. Когда игра просто говорит, у тебя не диноса, это игра мне так говорит. А раз игра мне говорит, иди в жопу, значит, я игре скажу то же самое. Игра, иди в жопу, ну честно, прям это отвратительный кусок говна. Прям бесячий кусок говна. Ну, короче, я не знаю, сколько я там поставил цифр. До этого было у меня урон стоял 3. Просто 3. Сейчас у меня стоит 1 и несколько... Дофига нулей. В общем, вот такой у меня урон. Пошла игра в жопу, но честно. Если в... бляха-муха, я не знаю. Броня, которая имеет... Точнее, шапка, которая имеет броню в 600, ломается за один удар. Ну, как бы... Игра, иди в жопу. Ну, ладно, в два удара. Честно, прям я очень сильно расстроился в этом плане, как минимум из-за того, что, ну, это нечестно. Ой, у меня тут это, что-то поломанное. Починимся, пойдем на гигантопитеки, будем мочить все это говно под названием Ютиранус. Пошло все в жопу. Ну, честно... Очень-очень нечестные альфа-миссии. Прям очень нечестные альфа-миссии. И как минимум это мне и не нравится. То есть, повторюсь, я не люблю терять диносов. А игра меня просто заставляет, чтобы они сдохли. После перезапуска игры у меня игра начала просто... Шел и оп! Вы покончили с собой. Классно. Ай, я обожаю эту игру, в скобочках нет. Кстати, вот. И уже немножечко видно. То есть сумерки. Что-то у нас вот вечер, и как бы вот уже начинает немножечко видно. То есть... Прям вообще... Днем, короче, пытаться эти миссии проходить. Ну просто забей называется.
Зато вот, даже в сумерках уже прям нормас, уже видно вот эти вот красные пятнышки, и уже как-то получше, полегче. Даже просто бегая пешком через траву видно. Уж не говоря о том, что как удобно бегать на Диносе. Да? Будем проходить миссию. Так, с эльфачом. Ну, кстати, да, потом надо будет все-таки поставить мод как на какой-нибудь убер-пупер-мега оружие, чтобы есть свои нюансы, когда у тебя урон ядреный, и если что, может случайно своего Диноса вальнуть. По нему случайно ударить и вальнуть. Ну, как говорится, мисс Клик и мисс Дина. Да, то есть, как бы это тоже стоит учитывать. Вот. Так что есть свои минусы в этом тоже. Ну, извините, тут уже просто психанул и сейчас немножечко как-то подуспокоился. Кстати, не обязательно стрелять, просто ждать, пока они подбегут, ну, такое себе. Так быстрее. Ну и да, и самое главное, тут не падать, тут можно оступиться и, короче, ноги переломать. Урон, то есть, короче, такое ощущение, как будто урон от падения зависит от того, какой у тебя урон в целом. И, типа, чем больше ты урон вкачиваешь, тем больше тебе урон от падения наносится. Такая вот фигня непонятная тоже. Баг или фичи, я не знаю, но, типа... Ты вкачиваешься такой сильный, все дела, споткнулся, упал и сдох. Ну вот что-то типа того, короче. Пошел ты, козел, ублюдок, мать твою. Конченый голем. Ну хотя бы голему отомстил, и на том уже хорошо. Ну прямо это уже все, это уже прям накипело. Ну сколько можно? То есть просто вот... То, как он меня вынес, это было последней каплей, как ни крути. Это прям было реально последней каплей, потому что, ну, это уже было как минимум тупость. Да, вот то это вот все, что я делаю, это тоже еще та редкостная тупость. Ну, камон, тут уже просто уже все задолбало. Задолбало, я не хочу еще томить Диносов миллион тысяч штук, чтобы потом меня он ваншотал точно так же. Типа команд, как минимум, будет уже тупость. Так, куда ты там лапки показываешь? Что туда лапки показываешь? Вот где лапки мне показываешь. Еще раз повторюсь, альфа-миссии на Генезисе, они убер сильные. То есть они, перебор. Вот прям очень сильно перебор. Вот, если в бету сделать как альфа, точнее альфа как бета, то это будет, ну ладно, чуть-чуть посложнее бетки, то это будет нормально. Но все остальное это как минимум уже тупость. Это прям очень сильная тупость. И вот из-за этого говна у меня потерялся ферокс, скажем так, да, то есть вот... седло, ну ладно, вот это седло на Мозио, это нормально седло платформы, но да пофигу, суть в том, что это седло прям нормас, потому что, ну оно реально нормас, да даже вот и без платформы седло прям огонь, но на вы понимаете, насколько все это как минимум тупо. Тупая миссия. Точнее, тупая альфа-миссия. По-другому это не назовешь. Чё я там хочу купить? Здесь, по сути, у меня покупать больше нечего. Электронику, конечно, купить, но это все шляпа. Я хочу вот это купить и вот это купить. Чё мы там получили в итоге? Кроватка. Мегатерий. Легендарная или это обычная? А, легендарная. Хотя по броне как обычная. Ну, кирочка. Копьюшка. Ну, кирочка прикольная, но ее так как можно разобрать, лучше разобрать. Ну, короче, говно всякое получил.
Ну, хотя могильная плита прям норм тема. Прям очень сильно подходит под мою ситуацию. В итоге. Ну, вот тут, конечно, ну, здесь, конечно... А, ну, хотя не, вот, цементная паста, вообще прям огонь нормас. Я бы даже сказал, замечательно. Так что, не так уж все плохо. Даже сейчас. Типа, столько цементной пасты получить, это, ну, убер дофига. Ну, конечно, это говно, и это говно. Что я хотел показать? Сейчас кину ресурсы. Смотри. Вот про что я говорил. По факту у меня вкачан просто-напросто урон дополнительный. Но чем больше у тебя урона, тем больше шансов, что ты сдохнешь. Не качайте урон, называется, да? Ай, смех смехом, но факт фактом. Вы сами видели. Не, конечно, да, я не спорю, типа, не столько же мега урона должно быть вкачано, но все равно, как минимум, это тупо. Ну, здорово. Хотя можно считать немножечко по-другому, и он должен исчезнуть. Погоди, сначала надо сделать вот так. Ей! Вот как-то так, короче. Можете писать все что угодно в комментах. Я как бы в этом плане мне плевать. Типа, ой, ты там бомбанул, срал, все дела, насрать. Честно, там, ну, я не понимаю игру, которая у тебя при убер броне тебя просто ваншотает. Грубо говоря, да? То есть одним ударом тебе броню сносит, вторым ударом тебе, ладно, двумя ударами броню сносит, третьим ударом тебя просто убивает Диноса ваншотом. Но, как бы, это тупость. Хотя ты должен подойти в упор и нанести ему, то есть у тебя за три удара 30 тысяч хп снесло, а ты должен 100 тысяч хп по 3 сотки сносить, ладно, 4 сотки. М? Чем я должен сносить альфа? Чу этот урон? Не знаю. Не, возможно, там какими-то гигами и все в таком духе, убер в большом количестве, но вы видели, какое там пространство и как гиги, вы знаете, бегают. Они тоже ваншотнутся, во-первых, даже если у него будет хорошая броня. Да и не будет у них 600 брони, у них не будет сесла с 600 броней. Не будет. Такие вот дела. Ладно, народ, на этом я буду с вами, пожалуй, прощаться. Как всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну, конечно, делиться моими видео с моими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.